Для выпускников российских школ стартовал единый день написания сочинения. Зачет по работе открывает ребятам допуск к ЕГЭ. В республике итоговое сочинение пишут в 940 школах почти 12 тысяч учеников 11 классов. Время, отведенное на написание сочинения, без малого 4 часа. Для детей с ограниченными возможностями здоровья сочинение заменили изложением и на 1,5 часа увеличили время написания. Стоит отметить, хороший результат также дает ребятам возможность получить дополнительно 10 баллов, которые необходимы при поступлении в некоторые вузы страны. Ребята, которые не пройдут испытаний сейчас, смогут сделать несколько попыток. Вторую – в первую среду февраля, а третью – в первую среду мая. Я думаю, что сегодня наши ребята справятся с теми темами, которые они получат. Практически это все темы из той программы, которую они изучали, всех произведений, которые имели возможность изучать в рамках учебного плана предмета литература. Оценка идет по 5 критериям, и достаточно по 3 обязательным критериям получить положительную оценку, и они получают зачет и будут допущены к государственной итоговой аттестации.